Всем привет! С вами канал Артмани. Посмотрите, какой у нас арбуз. Попросила мужа купить арбуз. А он принес желтый арбуз. Вкусный такой он, вкусный. Сладкий, прям сладкий. Но напоминает тыкву. Больше тыкву, наверное, мне. Дыни чуть-чуть. Ну, блин, не знаю. Ну, сладкий, вкусный, но мне не очень, если честно. Дима, что сидит кушать? Первая проба желтого арбуза. Хотела я делать обзор на такой арбуз. Но муж случайно купил, разрезал, открыл. А он вот такой вот желтый. Так необычно, он так обалдел. Говорит, первый раз вижу желтый арбуз. Да? Вкусно? Диме понравилось, да? Вкусный арбуз. Не ожидали даже. Да? Да. Такой, смотрите, он прям желтый-желтый. Но он больше тыкву даже, мне кажется. Не дыню вот. А тыкву больше напоминает вкус. Сладкая тыква, как будто со вкусом арбуза чуть-чуть. Как ты аппетитно ешь, Димка. Ты сок-то это, проглатывай. У тебя по бороде текет. Да? Ням-ням? Ням-ням.